Для меня конный спорт, это вообще-то я с детства как начал и по сей день занимаюсь только лошадьми. Это как бы моя жизнь. Я не могу, скорее всего, я отношу это к искусству. Ну что я мог, я сделал. Может быть, еще бы мог, но... Как хочется прожить еще 100 лет. Ну пусть не 100, хотя бы половину. И вдоволь наваляться на траве, любить и быть немножечко любимым, и знать, что среди шумных площадей и тысяч окон, залитых огнями, есть родина, есть несколько людей, которых называем мы друзьями. Лучшие ребята из ребят раньше всех уходят, это странно. Что ж, не будем плакать непрестанно, мертвые нам это не простят. Мы видали в деле их не раз, и святых, и грешных, и усталых. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили про нас. Будем же их помнить неустанно, как они бы помнили про нас. Когда от потрясения и тьмы очнешься, чтобы утрату подытожить, то кажется, что жизнь ты взял взаймы у тех, кому немножечко ты должен. Но лишь герой скрывается во мгле, должны герои новые явиться, иначе равновесие на земле не сможет никогда восстановиться. Лучшие ребята из ребят, лучшие ребята из ребят.